Здрасте, здрасте, люди добрые. Вот сейчас зашли в квартиру, она пустует. Здесь прошло 2 недели после обработки. Как мы видим, наблюдаем, все уложено в трупах. То есть все как бы здесь вот, они здесь валяются, все тараканы, все мы вытащили, вот они здесь. Все как бы в трупах. Но человек попросил сделать повторную обработку. Мы сейчас будем делать повторную обработку, потому что первый этаж мы сейчас будем еще делать. Вот они все валяются, трупы. На кухне понятно, что больше населения, и их как бы там больше. Сейчас мы кухню вам покажем. Кухню сейчас покажем вам. Вот здесь вот, видите, население какое у них большое. Это вот кухня. Работаем в городе Бийске. На результат холодным туманом уничтожаем клопов, тараканов, клещей, блох. Звоните, пишите, консультация бесплатна. Работаем на результат. Если мы вам не помогаем, мы отдаем вам деньги. Вот такие у нас условия работы.